Дорогой друг, если взять все наше население планеты и сократить всего до 100 человек, сохранив при этом все пропорции, то окажется очень интересная статистика. 57 человек будут азиатами, 21 человек будет житель Европы, 14 человек будут жители Америки и всего лишь 8 человек будут жителями Африки. 80% людей находятся на грани бедности, а 50 человек каждый день испытывают чувство голода и жажды, которые они не могут удовлетворить. Пока ты смотришь это видео, один человек рождается и один умирает. Если у тебя есть крыша над головой, если у тебя есть холодильник, в котором иногда бывает еда, если у тебя есть счет в банке, то ты уже богаче 75% всех остальных людей. Сейчас я нахожусь во Вьетнаме, в деревне Муйне. Это бедная рыбацкая деревушка. И люди здесь встают в 5 утра. Они каждый день трудятся в поте лица для того, чтобы просто обеспечить свое существование. И у них нет возможности выйти в интернет, у них нет возможности прочитать новые полезные книги, у них нет возможности посмотреть мотивационные видео и пойти сделать что-то сегодня новое. И если ты чувствуешь, что у тебя вдруг пропала мотивация, если ты чувствуешь, что у тебя не хватает драйва каждый день, если ты чувствуешь, что вот жизнь как-то застопорилась, может быть, ты неправильно относишься к текущей ситуации, посмотри вокруг. В мире люди живут гораздо хуже, чем ты, чем я и чем многие люди, которые вот сейчас смотрят это видео. Ни в коем случае не жалуйся на свою жизнь. Собери свою волю в кулак и воспользуйся теми благами, которые у тебя есть шанс использовать прямо сейчас. Теми ресурсами, которые дает интернет. Теми возможностями, которые позволяют получить твое окружение, твой компьютер в конце концов. Поэтому внедряй все советы на практике, которые ты можешь получить от меня через интернет, которые ты можешь прочитать в умных книгах, и меняй свою жизнь прямо сейчас. Не откладывай свою жизнь на потом. Действуй, ведь ты относишься лишь к 10% людей, у которых есть такая возможность.